Караганде стартовал 38-й международный турнир памяти Галыма Жарылгапова. В нем участвуют 26 команд из Казахстана и зарубежья. Впервые на чемпионате выступят спортсмены из Камбоджи. 38-й международный турнир памяти Галыма Жарылгапова по боксу стартовал в Караганде. В нем участвуют 26 команд. Состязаться приехали сильнейшие боксеры Казахстана, Кубы, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Грузии. Кроме того, впервые в истории соревнований в них участвует Камбоджа. Всего выступят 135 бойцов, из них 16 девушек. Галым Жарылгапов – заслуженный мастер СССР по боксу и заслуженный тренер Казахской ССР. Он известен как человек, который внес значимый вклад в развитие карагандинского спорта. Первый турнир памяти Галыма Жарылгапова прошел в 1984 году. В наши дни организацией чемпионата занимается его сын Нургазы Жарылгапов. В свое время в турнире участвовали Геннадий Головкин, Серик Сапиев, Игорь Шишкин и многие другие известные сегодня спортсмены. Этот турнир прошли все олимпийские чемпионы из Казахстана, в том числе и я, конечно. Я несколько раз выступал на этом турнире, около 6 раз, наверное. Хотелось бы пожелать, чтобы турнир также развивался. И я уверен, что при такой организации турнир будет получить свое место на международном турнире, на вообще международной федерации бокса. Хотелось бы, чтобы он вошел в календарь Международной федерации бокса и был ключевым турниром в мире, в мировом боксе. На открытие чемпионата пригласили звезд мира спорта и искусства. Среди них был известный российский режиссер Олег Степченко, родившийся и проживший 18 лет в Караганде. Я знаю одно, что у меня очень много друзей появилось вот благодаря спорту. Вот. Школьные друзья и там это не такое мнение. Вот спортик, конечно, когда ты плечо к плечу там и на улице бывало, что друг друга защитим и переживаем как то, что выиграют на соревнованиях, и это все сплачивает. С напутственным словом перед участниками выступил легендарный кубинский боксер Роландо Гарбей. Я сам из Сантьяго де Куба, это город на Кубе, второй после столицы, соответственно. Там я родился, и там родился наш кубинский бокс. Турнир памяти Галыма Жарылгапова продлится до 21 декабря. Тогда пройдут финальные бои и закрытие. Помимо наград, победители и призеры турнира получат ценные подарки и денежные призы. За первое место 300 тысяч тенге, за второе 200 тысяч и за третье 100 тысяч тенге. Эмиль Фукс, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5 канал.